Люди, говорящие на нескольких языках. Были ли у вас забавные случаи, когда кто-то не ожидал, что вы понимаете его язык? Я американец, но немного владею русским. Несколько лет назад я был в Санкт-Петербурге и решил взять билеты на теплоход до Петергофа. Все вывески в киоске были на русском, поэтому я без проблем изучил все цены. Однако, по мне было видно, что я не местный, так что хитрая продавщица решила продать мне билеты в 3 раза дороже. В ответ на эту наглость я посмотрел ей прямо в глаза и на чистом русском возразил. Но ведь на вывеске четко написано, что один билет стоит X. Видели бы вы ее реакцию, у нее чуть челюсть не отвисла. Рядом сидела ее коллега и ржала во весь голос. Насколько я знаю, это довольно обычная история для России. Для местных одни цены, для туристов другие. Гуляю с одним другом немцем по Италии и предупреждаю его на немецком. Братан, ты бы так не поливал людей говном, мало ли тут кто-то нас понимает. Рядом с нами идет женщина и добавляет, ага, например я, лол. У нас возле студенческого городка была одна китайская забегаловка, в которой все говорили на китайском. И хоть я тоже знаю китайский, я всегда говорил с ними на английском, потому что я немного стесняюсь своего акцента. Так вот, обычно я беру у них рис с мясом, но в этот раз у меня уже был готовый рис дома, так что я решил зайти чисто за мясом. Зашел, делаю заказ без риса, даю деньги. Дальше слышу, как кассирша на китайском орет работникам кухни. Эта жирная жопа будет только мясо без риса. Я услышал это очень четко и решил добавить уже по-китайски. Все верно, риса у меня и дома полно. С тех пор мне всегда кладут добавку, и, кстати, за тот заказ у меня не взяли ни копейки. Мы с подругой пытались после синьки добраться до дома, но ехать было далеко, а денег у нас особо не было. Так что мы нашли еще каких-то 2 баб, которым тоже нужно было в ту же сторону, и предложили им взять такси на всех. Они согласны, мы вызываем такси, едем. Тут они вдруг начинают говорить по-шведски, не зная, что моя подруга на одну половину финка, на другую шведка. Я тоже, в принципе, понимаю по-шведски, но на тот момент я была такая бухая, что мне на все было пофиг. Вдруг от подруги приходит смс. Они не собираются платить за такси. Я отвечаю, может, стоит об этом сказать водителю? Моя подруга поворачивается к водителю и говорит, пока эти 2 особы не отдадут половину, вы их не выпускаете. Он понял намек, запер все двери, и им все-таки пришлось заплатить. Я жила 3 года в Южной Корее, но корейский почти не учила. Но зато в это время я познакомилась с одной англоговорящей кореянкой, которую все считали не местной, так как она была очень высокая и говорила с сильным американским акцентом, появившимся во время учебы в США и Новой Зеландии. Так вот, когда она пошла доучиваться в международный вуз в Южной Корее, ее преподаватели решили, что она не говорит по-корейски, и поэтому часто прямо при ней позволяли себе оскорбления в ее адрес. Ей было очень не по себе от происходящего, но она не подавала виду и терпела это целый год, пока не настало время выпускного. На выпускном она вышла на сцену, перед которой сидело 800 человек, и на идеальном корейском произнесла свою речь, в которой невзначай припомнила своим преподавателям, как они называли ее иностранной свиньей. По словам свидетелей, одна из преподавательниц прямо на месте зарыдала от стыда. Жаль, что мне не довелось на это посмотреть. Когда я в 16 лет устраивался в Макдак, мне попался испаноговорящий коллектив, в котором никто не подозревал, что я тоже довольно неплохо владею испанским. Иногда эти ребята позволяли себе очень грубые высказывания в мой адрес на испанском, но я делал вид, что их не понимаю. Так продолжалось до тех пор, пока через несколько недель работы ко мне не подошел менеджер и не сказал мне, что его ценят больше, чем меня, потому что он знает 2 языка. На что я ему тут же выдал по-испански. Клево, но я знаю 3. Чувак просто выпал в осадок, когда до него доперло, что я все это время врубался в их разговорчики. Я наполовину перуанец, наполовину швейцарец, но живу в Перу. По моей внешности никогда не скажешь, что во мне есть что-то швейцарское. Один раз еду в автобусе и слышу, как 2 швейцарки сидят за мной и болтают о привлекательности латиносов. Вдруг одна из них спрашивает, кажусь ли я ее подруге красивым. Я, не дожидаясь ответа, резко разворачиваюсь к ним и говорю, да, мне вот тоже интересно. Это было так ржачно. Выражения их лиц были без сцены, там было все. И стыд, и замешательство. Зато теперь у меня 2 новые подруги. Изменено. Они говорили на швейцарском, немецком. Изменено 2. Позже они признались, что я им обеим показался привлекательным. Я американский экспат в Таиланде. И у меня большая борода, которая привлекает много внимания. Местные жители, не подозревая, что я их понимаю, иногда любят крикнуть в мою сторону. Смотрите, обезьянка, обезьянка. Хочешь банан? Или еще какую-нибудь гадость. Обычно это просто игнорируют, так как не хочу болтать с ними. Но был один случай, когда я не выдержал. Короче, за мной увязались 2 молоденькие девочки лет по 14. И просто задолбали меня комментами про обезьянку. Все бегают вокруг, орут, бесят. Я остановился, посмотрел прямо на них и выдал на чистом тайском. Голубоглазых обезьян не бывает, у них черные глаза, такие как у вас. Их дар речи был утерян в ту же секунду. Пока я был в Германии, моя знакомая учительница по английскому, она преподает в средней школе, пригласила меня в школу на один из ее уроков. Она представила меня ученикам, я поздоровался, сказал, что я из США и рад поприсутствовать у них на уроке. Дальше моя подруга говорит, ребята, можете задавать ему вопросы на английском, как вы вообще думаете, какие они, американцы? Какой-то пацан за передней партой решил сострить на немецком, жирные и тупые. Он хотел
хотел сделать это тихонько, но вышло так, что его высер услышали все. Училка краснеет, школьники ржут. Я не знаю, что мне делать, и быстро переключаюсь на немецкий. Ты прав, а еще многие американцы говорят по-немецки. От такого нежданчика пацан там чуть не обосрался. В ту секунду он был похож на маленького олененка, который случайно забрел на сцену во время концерта Бейонс. Он действительно думал, что не может такого быть, что американцы понимают по-немецки. Мы с друзьями как-то пошли в торговый центр закупить шмоток. Пока я торчал в примерочной, две работницы магазина стояли рядом и конкретно обсирали меня на испанском. Они были недовольны, что я слишком долго переодеваюсь, называли меня тупым гринго иностранцем и периодически подкалывали меня, спрашивая на английском, не нужна ли мне помощь. Только они были не в курсе, что у меня испанские корни. Так что когда я вышел из примерочной и на чистом испанском сказал им, что нет, мне помощь не нужна, они просто сгорели от стыда. Мы с тетей летели в отпуск на курорт. Сидим в аэропорту, болтая между собой на финском, ждем рейс. У тети сломана нога, поэтому она все время в инвалидном кресле. Важная ремарка. Несмотря на то, что мы обе финки, моя тетя уже несколько лет живет в Германии и свободно владеет немецким. Я тоже там немного пожила, но языком владею хуже. Так вот, наконец наступает время посадки. Бортпроводница видит, что моя тетя в коляске и предлагает нам пройти первыми. Рядом стоит недовольная пара немцев и слышно, как муж говорит своей супруге. По-моему, инвалидам вообще стоит запретить летать на самолетах. Моя безбашенная тетка просит меня притормозить. Я толкала ее коляску. Разворачивается к этому мужику и отвечает на идеальном немецком. Простите, сэр, но ни один перелом не способен лишить меня отпуска. А то, что вы сказали, это очень оскорбительно по отношению к инвалидам. Мне искренне жаль вашу жену. Хорошего полета. Не проронив ни слова, мужик покраснел и отвернулся. Его жена была в шоке. Хоть я и испанец, однако по моей внешности так не скажешь. У меня светлая кожа, светлые волосы и зеленые глаза. Когда я жил в Лондоне, я неоднократно попадал в забавные ситуации. Моя любимая — это как я однажды ехал с работы на метро. Короче, в тот день был большой футбольный матч. Челси-Барселона. И я оказался в метро с парочкой фанатов, которые ехали на игру. В какой-то момент метро резко остановилось, я не удержался и немного завалился на одного из них. И так как я не знал, что они испанцы, то извинился перед тем парнем на английском. Едем дальше. Он уже минут 5 на испанском смакует эту ситуацию. В ход идут фразы типа «Лучше бы этот жирный конч ёбнулся на пол». Вскоре мы подъезжаем к их остановке, они выходят из метро, все еще прикалываясь надо мной. И я на чистом испанском кричу им вслед «Отличной игры, говноеды!». Челы в шоке, дверь закрывается прямо у них перед носом. Боже, я от этого потом еще, наверное, неделю кайфовал. История моей мачехи. Она росла в Японии, говорит на японском, но выглядит как белая итальянка. Она всего на четверть японка и вообще не похожа на типичных жительниц стран Азии. Один раз она решила устроить своим подругам небольшой девичник и взяла их в салон на маникюр и педикюр. Женщины, которые работали в салоне красоты, говорили на японском и в основном обсуждали мужиков, сплетничали и все такое. Но когда дело дошло до педикюра моей мачехи, они резко переключились на нее. Все дело в том, что она не самая стройная женщина и стопы у нее не совсем модельные. Работницы смекнули это и стали стебаться над ней, на японском, естественно. Все хихикали и наслаждались тем, что кому-то повезло с внешкой меньше, чем им. Мачеха сказала, что сначала не хотела никак на это реагировать, но через 5 минут непрерывного трэш-тока ее терпению пришел конец, и она наконец ответила им на их языке. Вы знаете, а я и не думала, что в этом заведении обслуживают лишь принцесс. Может, не слово в слово, но что-то такое. Улыбки на лицах работниц резко сменились бесконечным чувством вины. Они извинились на английском и больше до окончания процедуры не говорили ни слова. У меня был один забавный случай в Японии. Иду по улице и слышу: «О, смотрите, какой горячий, да еще и голубоглазый». Моя самооценка взлетела до небес. Я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на своих обожательниц, а там мелкие 13-летние школьницы, которые выглядели даже младше, потому что азиаты, сами понимаете. После этого уже было не так приятно. Какое-то время жил в Корее. Прихожу стричься, ассистентка парикмахерши усаживает меня в кресло, готовит к стрижке, и я слышу, как она говорит парикмахерше: «Офигеть, да он выглядит как младенец. Мне тогда было 22, но я действительно выглядел очень молодо». На что я спрашиваю: «Кто? Я похож на младенца?» Ей стало очень стыдно, и она резко куда-то убежала. Зато парикмахерша узнала, что я понимаю корейский, и мы переключились на него. Я бразилец, но с ранних лет говорю на английском, так что вполне могу сойти за американца, если не буду слишком много болтать. Как-то раз мне надо было лететь из Атланты в Рио. В аэропорту я познакомился с двумя очень красивыми девушками, которые говорили на отличном английском и летели со своей мамой. Как я узнал потом, они были американками с бразильскими корнями и тоже думали, что я просто американец. Мы немного поболтали, обменялись любезностями, и оказалось, что у одной из девушек билет на соседнее место. Потом мы заходим в самолет, я кладу багаж на полку и слышу, как мама этих девушек говорит им на португальском. Бедняжка, он думает, что я позволю ему лететь вместе с одной из вас. На что я поворачиваюсь к ней и отвечаю, тоже на португальском: «Не переживайте, мэм, у меня есть девушка, так что я с огромным удовольствием разделю этот полет с вами». Она: «Ой». И весь полет так и просидела, не проронив ни слова. Ахаха. Я не особо говорю
на испанском, но понимаю все без проблем. Раньше я занимался подержанными тачками в Хьюстоне и, как вы уже сами, наверное, догадались, часто сталкивался с испанцами. Они никогда у меня не уточняли, говорю ли я по-испански, потому что я выгляжу как типичный белый, который не знает ничего, кроме английского. Было забавно наблюдать, как ко мне подходили пары и прямо при мне обсуждали свои схемы по сбиванию цен. Я всегда знал их хитрые тактики и сколько они были готовы заплатить на самом деле. Я нередко подслушивал фразы вроде «Я попытаюсь скинуть $1000, но если он согласится хотя бы на $500, то берем все равно». После того, как мы останавливались на какой-то цене, я ждал удачного момента, чтобы влезть в их беседу и показать, что я понимал их все это время. Как правило, после такого челы всегда офигевали, и у них на лицах можно было прочитать «Ах ты засранец!». Эти моменты были просто бесценны. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео можешь рассказать, был ли у тебя забавный случай, когда кто-то не ожидал, что ты понимаешь его язык. И не забудь посмотреть наши другие классные видео. Пока!